Главный тренер баскетбольного клуба «Харьковский Сокол» Олег Мануйенко, форвард Александр Тарасенко. Александр, пожалуйста, ваш комментарий матча. Комментарий по поводу игры. К сожалению, в первой половине сделали огромное количество неподготовленных бросков, что привело к тому, что мы пропустили очень много очков из быстрого прорыва и дали почувствовать сопернику игру. Ну, быстрые легкие очки – это всегда как бы, заводит команду. Команда противника завелась, почувствовала игру. А во второй половине мы начали играть немножко лучше, начали делать более подготовленные броски, как бы немножко подтянулись, но, к сожалению, не хватило, сказывается, скорее всего, первая половина. Спасибо. Тренер, пожалуйста. Полностью провалили, не справились с поставленными задачами. Мы 23 очка пропустили с быстрого отрыва, а во второй половине пропустили всего 4 очка. То есть готовились к одному, а получили немножко другого. Плюс Рома Козлов получил 5 фолов, и Дима Тихонов 5. Приехало на всего 9 человек, 5 не хватило ротация. Ну, собственно, что тут говорить, все было видно уже, понятно, в половине первой. По поводу ротации, когда вернутся ваши американцы? Ну, Джексон с понедельника начнет тренироваться, а Деандре недельку еще отдохнет. Спасибо. Спасибо.